I'm happy to say to everybody hello. Doamne, нашим будущим детям, это мы очень гордимся, и я надеюсь, что многие приедут на Сочи, будут радоваться соревнованиям, которые пройдут через 4 года, как мы радуемся сегодня здесь открытию Олимпийских игр в Баку. We're absolutely happy, and Mrs. Rabina, personally, very happy about upcoming four years Olympic Games in Sochi, and so we'll be proud and we'll be that happy that like you're happy in here 4 years later in Sochi. So, ladies and gentlemen, наступает этот момент, когда начинается автограф-шоу. Ну, я вам так скажу.